Некоторое время назад мы смотрели на симулятор парикмахера, а теперь он обновился. В частности, можно стать бородобрее. Ну что ж, давайте попробуем это сделать. В песочнице... давайте начнем. Случайный мужчина. Там вроде бы можно будет зайти и выбрать все-таки бороду. Бороду именно. Не бороду даже, а бороду. Вот есть случайный мужчина. Мужчина нам не интересен. Нам нужен сбросить клиента. Вот, мужчина с бородой, ребят. Посмотрим, как бороды теперь. Боже, какой кошмар. Как она ужасно двигается еще. Жесть. Да уж, мужик, жизнь тебя поносила. Так, ну иди, помоем тебе бороду. Мы не можем помыть ему бороду. На полном серьезе, вот. Нельзя посадить клиента с бородой в парикмахерскую мойку. Ну ладно, нажми, что... А сразу перенести... О, удерживайте, чтобы сразу перенести. То есть он не будет идти. Хорошо. Аж глаза закатил. Кошмар. И что с бородой-то делать? То есть он пришел с бородой, и наша задача как раз-таки заняться бородой. Моделирование волос. О! Смотрите, можно какой-нибудь вариант бороды выбрать. Так. Давай вот такие вот усишки тебе сделаем. Шикарно. А, задача будет обкарнать все, а вот здесь зеленое. Зеленое это, видимо, смоделировать нужно или что-то в этом роде. Ой, а сложно-то как. Во-первых, задача машинка. Это волосы? Ну ничего страшного, бесплатная стрижка будет. Ой, как сложно-то машинкой, кстати. Здесь зеленая. Как с усами с этими быть тогда? Вопрос. Здесь срезаем лишнее. Вот видите, мне надо как-то усишки оставить. Как оставить усишки? Руками? Поднять бороду. Какие балдежные усы. Ух, это сильно. Это прям супер, смотрите. Все, держи усы. Приклеили сюда пока что усы. Держи, главное держи. Так, теперь мне нужно срезать вот это лишнее. А где там? Вот до сюда, да? Нормалек? Нормалек. И здесь посрезали. Хорошо. Тоже кусок нужно срезать, да? Вон, красный показан. Сейчас возьмем ножницы и отчикаем. Все, зеленое, зеленое. Так, нужно рукой только все расправить. Раз, два. Вот такие вот у нас есть усы. Давайте теперь ножницами отчикаем. Зеленые, зеленые. Здесь, видимо, тоже надо чикать. А что они не чикаются-то? Выбор группы. Все срезал. Нафиг. Они не чикаются почему-то, смотрите. Почему они не чикаются? Именно вот там осталась часть. А мне нужно их срезать. Все, я срезаю им полностью усы. Ну, полностью срезал усы, ничего страшного. Так, рука. Рука. Вот. Подними. Это как мне нужно? Вот так срезать? Видимо, вот так надо срезать. Давай. А-а. Не срезается, кстати, ребят, серьезно. Эти длинные усишки так и остались.
Так, мне нужно выбрать конкретно, получается, это часть усов. Вот она, часть усов, которая мне нужна. Ага, что-то срезал. Я, по-моему, срезал все, кроме того, что нужно. Какая жесть. Так, могу машинкой срезать? Да. Хорошо. Так, теперь мне нужно выбрать вот эту часть. Вот эту вот часть. Тут тоже на две части должно быть разделено, нет? О, хорошо. Почти. Все, все. Так, борода, выбор группы. А можно отменить выбор? Можно отменить выбор. Ой, я что-то все срезал. Ну, я считаю, это прекрасно. Так, моделирование мы выберем, видимо, новый вариант. Да, в принципе, любой вариант. Мы просто берем, отменяем. Все, красавец. Шикарная борода, я считаю. Так, а покрасить я могу ее, интересно? Кисточка. Могу. А я выбираю цвет. Давайте посмотрим. Да, смотрите, я цвет выбираю. Хорошо. Или давайте синий. Все, пусть будет полностью синяя борода. Мне кажется, прекрасно. Синяя борода, зеленые усы. О, замечательно. А, так, покрасили? Покрасили. Ну, теперь мне нужно бороду, видимо, помыть. Нельзя. А как тогда краска? Как с краской быть? Пульверизатор. Вот на белом вообще не видно, да? Ну ничего, хотя бы проценты показываются снизу. 53, 64. Очень плохо вот. Вот в эту часть брызгается. Очень плохо. Смотрите, моргает. Каждое мое нажатие левой кнопкой мыши, он моргает. Так, ну я считаю, что я идеальный бродобрей, просто качество на высоте. Если честно, вы видели, что я пытался. Я пытался отдельно вот отчекрыжить то, что хотел. Не получилось, ничего страшного. Зато красить я умею. Ага, только смыть краску я не умею. Вообще никак не могу. 51-64 как было, так и осталось. Где оставшаяся борода-то? Понятия не имею. Но вот что имеем, то имеем, да? Рука. Еще пульверизатор. Сбросить. Слушайте, вообще не получается. 64 и 64. Хотя, казалось бы, куда еще мне нужно направлять, да? Ну и ладно, черт бы с ним. Что получилось, то получилось. Это самая модная, я считаю, борода, какая только может быть. В глаза немного попшикаем, чтобы он просто ничего не видел. Окропим святой водой, скажем так. А, хотя можно попробовать перекрасить, может быть, от этого что-то изменится. Нет, это стрёмно. Все в зеленый. Нет, лучше в синий. В другой синий. Хорошо. И вот теперь попробуем от пульверизатора. А все равно, то есть полностью не утекает.
Ну и ладно. Все, такого клиента мы и оставляем. Я считаю, что мы справились со своей задачей. К сожалению, на этом получается все. Я не вижу возможности как-то сохраниться, отпустить его или еще что-то в этом роде. Увы и ах. Кнопки именно завершения не видно. Все, вот она, песочница, туториал. Можете использовать все доступные инструменты, так что проявите фантазию. На мойку или туда клиента. Хорошо. Нажмите, чтобы взять прядку волос. Выбор группы. А, это я выбираю группу, собственно, да. Вот если, например, вот это выберу. И попшикаю именно. Не, пофигу. Ну и ладно, тогда забили-забыли. Все, хорошо. Это мы можем посмотреть, да, где у нас сделано, где у нас не сделано. Вопрос, как завершить? На самом деле никак не завершить, потому что... А потому что все. Все, ребят. Так, отправить на мойку мы не можем. Зеркало, благо, у нас черное, то есть клиент себя не видит. Хотя было где-то то, что... Все-все-все на максимум у меня включено. Люди грустные, потому что не попали в мою парикмахерскую, да? Вот, если бы попали, то я, правда, сам выбраться из нее теперь не могу. Мне придется с этим жить. Ну что ж, ребят, вот такое вот получается обновление. Опять-таки, как завершить, пока не знаю, хотя есть вроде бы ачивка. Как-то что-то сделать, да? Но, тем не менее... Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья – это главное.